Теперь мы на лодке. Ага. Пошли электро штурмовать или чего? Штурмовки негр сзади сидит, главное такой. Вафель на полотенце. У меня лодка летает просто, да, просто. От первого лица еще круче. Да. Она притом еще. У меня лодка не по воде плывет. Да? Почему? Она мне летит. Тот, который впереди сидит, ты заслоняешь обзор. Ну что, мне бродяга что-то? Обратись к твоему адвокату. Ты видишь, как я с колосом сижу? А если из этого кто-то? А мне нравится. Ага. Не, весело. 70 идем. Ну вот. Только без шифта. Давай. А то быстрее так расходится. А без шифта фиг вы знаете, а посмотрим. Ну без шифта 60. Ой, это лодка что ли стоит вон впереди? Да, это лодка. Да? Такая? Да. А это рыбацкая? У нас бензина нет, чтобы заправить ее. Да, ну нафиг. А их что-то много стало, этих лодок? Нет, их три лодки вообще по идее, по-моему. Ой, одно вижу. Нище. Ее кто-то отогнал сюда. Может быть, нет. А смысл ее гонять сюда? Но она не может стоять так далеко от берега. Она, по идее, здесь лодка должна респауниться. Да? В этой точке заправить? Должна быть. Она разве не взорванная? Нет. Нет. А ну подождите. Я выйду. Он поплыл. Ну? Бензина в ней нету. Ну? А что в ней есть? Нифига в ней нету. Она починенная полностью? Ты видишь, я сижу. Ладно, вылазь, вылазь. А что, крутая лодка тоже? Но она медленная. Не, я хочу рыбацкую. С нее стрелять можно. А это разве не рыбацкая? Нет, там, наверное, побольше. А, да. Рыбацкая на огромном, но там 5 км на ельце поплывет. Хотя тут вроде бы снаряжение я нашел. Да нет, там нету. Я пробовал класть там вылку. Ну, так выкладывается. Садись в машину. Сплась вперед, да ничего не видно из-за тебя. В принципе, ее можно это бортануть к берегу, а там же заправить. Че? Ну, заправим это. Канистры отгоним. Как террористы смотримся. Кстати, лодка в натуре летит. Посмотрите, как она от третьего лица смотрится. На меня бесно смотрится, как я понял. Она в натуре летит. Ловим рыбу. Сейчас кто нас видит, так офигеет. Он испугается. Смотри, налево, налево, давай. Особенно я за колосом сижу. Мне пулемет надо, чтобы сидеть. А что ты стрелять не можешь так? Не, я не могу стрелять. Ты в натуре как террорист. А, там корабль разрушенный. Кстати, это тоже смотрится как террорист. Да? А это что, есть четвертый вообще? Так, подальше от берега возьмем. Да. А на корабле что-нибудь, лут какой-нибудь есть вообще? Нет, просто декорация. Я не слышал. Тут хороший, тут тоже, в принципе, нормальное место, чтобы это делать лички. Сейчас остановился. Он хочет полутать, я уверен. Да нет, ну, там да. Ничего нет. Думаешь? Давай левее чуть-чуть, а тут скалы и мель вон. Где-то ничего нет. Что там? Да нет, ничего нет, точно нету. Ничего прикольно, да? А где другая часть корабля? Съели. Мне сразу жутко становится. Сейчас где-то какой-нибудь акула-убийца здоровая. Смотри, так, да, хорошо видно, да? Да. Сейчас уже хуже стало, потому что быстро плывем. Да. Нам далеко еще до Березино? О, фиг знает. А, нет, это рифы. Да, все, сейчас подъедем. Ну, подплывем уже. Вон он появляется. Завод. А ты в этом голосе сидишь там. Ты чуть-чуть подальше, наверное, от берега, да. Держись, а. Ну, так вот нормально, по-моему. Вон, я там тень от лодки даже вижу. Не, давай еще левее, тут меньше будет, наверное.
Не, ну как, ты сидишь тут пираты, хорошо. Пираты, самарийские пираты. Давайте в черно так сплаваем. Да нас там никто не увидит. Самарийские пираты, да? А вот здесь, кстати, в порту пиратская лодка. Ой, это пиратская, блин. Рыбацкая. Давай налево. Тут мель начинается. Почти. Вот она здесь в порту должна стоять. Вон она стоит, я ее вижу отсюда. Вот сейчас заплыви туда в порт, она там стоит. Разве на ту? Да-да-да, она там стоит, я ее видел. Антенну. Вон она торчит. Блин, птица испугала. Вон еще дальше доплыви. Вон там. Разве на ту? Да-да-да-да. Дальше, направо еще. Вон она стоит. Вон она стоит. Вон она, видишь? А, вот она! Вот с ней стрелять можно, кстати. Да? Да. Давай попробуй. Дай я попробую. Да, я вылезу. Так она медленно. Да, я вылезу. Стой, разверну, дай. Да, я вылезу. Я выпрыгнул. Дай, плыви. Кстати, сразу управляться стало лучше, как ты выйдешь. Место пассажира. Что, действительно стрелять нужно? Нет, я не могу. Сядьте кто-то другой. Сейчас я попробую. Оп, поплыли. Я попробую. Нет, ты сиди. Так, рыбацкая лодка. На место пассажира. Нет. Мне нельзя. На место водителя. А ну попробуй еще ты сесть, чуй. Чуй. Может не надо, а вдруг нашел. Да это да добра. Сомалийский, блядь, пираты. Покрути когда. Пассажир? Да. Нет, это нельзя, просто не сидит так. Жалко. О, тут, кстати, все починено. Ну да. Вот на ней будет, было бы круто. А попробуй ее. Вот ей точно двигатель нужен, я хочу сказать. О, я вылез на берег. Да. А, она с ней будет управляться. Ну, там это нужно. Бензин. И я вылез на берег. Давай, садись. Просто прыгай. Давайте ее отгоним, она мне нравится. Да не надо. Давай. О, ты в ней прямо ходишь. Я знаю. Все, давай, садись к нам. Сейчас, давайте потом заправим и отгоним все лодки. Да. И будем торговать. О, блин. Сервак перезапускает, походу. Не вовремя. Может, они ночью? Кстати, может.